Всем огромный привет, с вами Маша и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами очередные покупочки из Fix Price. Здесь будет много очень интересного для детей, а также для дома. Не переключайте это видео, и сейчас я вам все подробно покажу. Первое, с чего начнем, это, конечно же, детские товары. Первое, это вот такой конструктор объемный, Play the Game. 22 детальки здесь, называется конструктор объемный мозаика. Они собираются, как видите, вот так вот. Это для детей от 3+, стоит такой конструктор 55 рублей. На самом деле у меня ребенок очень любит всякие конструкторы, любит что-то собирать постоянно, поэтому я ему стараюсь что-то интересное новое всегда докупать. Довольно-таки на первый взгляд качественные детальки, поэтому почему бы за 55 рублей не попробовать. Вот такая вот появилась новинка, это 3D головоломка, стоит она 99 рублей, также Play the Game, все игрушки будут для детей от 3+ лет. У нас есть подобные игрушки от Busy Toys, но Busy Toys, те, кто знают такие вот головоломки, у кого дети есть, они стоят обычно от, ну, где-то подобные игрушки от 600-500 рублей, поэтому за 99 рублей, когда увидела, очень обрадовалась, потому что я Busy Toys на Wildberries вот такую же игрушку отложила, и она стоила где-то 700 рублей, поэтому я очень обрадовалась, когда увидела в фикс-прайсе. У нас в коробке, как видите, вот такая вот сама игрушка и инструкция к игрушке, вот такая вот довольно-таки большая. Открывается. Ну и, в принципе, тут все понятно, как это должно собираться, и на самом деле вот они все детальки, очень-очень качественно выполнены, качественный пластик. На самом деле от Busy Toys по качеству не отличается, разве что может быть сама вот эта вот коробка. Играть в эту игрушку довольно-таки просто. Здесь есть уровни игры от легкого, потом дальше средний, продвинутый красный, ну и так далее. Получается, уровни от легкого к сложному идут. Самый первый уровень, это вот они самые легкие. И по вот этим схемкам ребенок должен собирать вот эти схемы вот в этой коробочке. Так что у кого детки любят такие головоломки, да и для родителей, я считаю, это вполне себе неплохое времяпровождение, если заняться, допустим, нечем, то почему бы и нет. Тем более за 99 рублей сам Бог велел такие купить. Если будут обязательно появляться подобные еще головоломки, буду покупать и вам показывать. Так что очень рекомендую, хорошая головоломка для развлечения, для обучения, очень супер. За 99 рублей вообще отлично. То, что я очень давно хотела купить своему ребенку, как-то пару лет назад, по-моему, рекламировали по телевизору подобную игрушку. Называется игровой набор «Забавные шарики». Стоит 199 рублей, как видите. В принципе, суть, я думаю, большинство знает. Вот здесь инструкция есть, как куда в сферу класть шарики, как надувать. И из них должны получаться вот такие забавные, интересные животные. В общем-то, эта игрушка, конечно, написана для 6+, но я посмотрела, попробую с ребенком. Если ему понравится, мы будем просто играть, продолжать. Если нет, то уберу. Конечно же, я вам показывала в одном из, по-моему, зимних покупок в Фикс Прайсе. Я купила ребенку для дачи машинку пожарную с мыльными пузырями. То есть ее включаешь, и она едет и мыльные пузыри пускает. А мыльных пузырей больших у меня не было. Поэтому сейчас в Фикс Прайсе, у кого есть подобные игрушки, появились вот такие мыльные пузыри. Целый литр пузырей мыльных стоит 99 рублей. Плюс у этих мыльных пузырей это крышка вместе с палочкой. Давайте все-таки открою, покажу вам. Или не покажу? Нет, покажу. Вот она, эта палочка. А, господи, она вся мыльная. Вот так вот она выглядит. То есть вы спокойно можете даже играть с этой вот палочкой, выдувать отсюда мыльные пузыри ребенку. И они будут, как видите, разные по размеру пузырики. У нас был подобный мыльный пузырь, только не бутылка, а такой вот, по-моему, жезл был в прошлом году. Интересное приобретение для игрушек мыльных пузырей, а также просто вот именно с палочкой, как мыльные пузыри, за 99 рублей попускать такой литр. Я считаю, отличное приобретение. Единственный товар, скажем так, для дома, да, для хозяйства – это магнитный держатель для инструментов от Master Hand. 33 сантиметра, стоит 99 рублей. Как видите, у него здесь есть вот раз отверстие, два отверстия, чтобы присверлить его к стенке, либо к поверхности. Если у вас нету, допустим, саморезов и шурупов, к сожалению, в наборе их нет, и вам придется их докупить. Для чего этот магнитный держатель нужен? Либо, как видите, допустим, в бытовку у нас на даче присверлить и держать инструменты, да, железные. Или же, как мы купили, для того, чтобы ножи держать железные, также присверлим где-нибудь на кухне и будем держать ножи, потому что там они у нас не очень удобно лежат. Так что, кто искал такие штуки, сейчас появились в Фикс Прайсе вот такие вот интересности. И я вас в начале видео немножко в заблуждение ввела. У меня оказалось, я уже забыла, что купила вчера. Больше оказались покупки для детей, а также косметоса и товаров, скажем так, из аксессуаров. Поэтому давайте начнем сразу с аксессуаров, наверное. Покажу вам вот такой вот новинка. Появился ободочек с жемчужинками. InStyle ободок бренд.
Это, ну, скажем так, обычный, самый простейший ободок, который можно купить, заказать из Китая, который будет стоить, в принципе, наверное, так же. Стоил он 50 рублей, поэтому, в принципе, я вполне себе довольна. Он очень мягкий, у него вот здесь вот эти краешки тканевые, они не будут царапать ваши уши, будут удобно плотно прилегать. Мне ободки нужны для того, чтобы я дома ходила, либо на даче, но в основном, конечно, для того, чтобы снимать видео. Поэтому мои все старые истрепавшиеся я отвезу на дачу, и вот теперь сейчас запасаюсь новинками. Так что вот такой интересный, милый, стильный ободочек появился за 50 рублей в фикс-прайсе. В фикс-прайсе вот такие вот заколочки появились. В моем фикс-прайсе, к сожалению, было только два цвета. Либо вот такие вот кремово-розовые, или же были черные. Но вот такие блестящие. Опять-таки, это InStyle. 77 рублей стоит каждая вот такая вот упаковочка. Здесь две штуки. Одна прямоугольная, вторая вот такая вот. В общем-то, сейчас такие большие заколки, ну, скажем так, на пике популярности. Поэтому мне тоже, конечно же, захотелось. Мне тоже, конечно же, надо. Поэтому берите на заметку. Сейчас вот такие вот милые, интересные заколочки появились в фикс-прайсе, стоят 77 рублей. Расцвета, к сожалению, не так уж и много. Раз пошли по аксессуарам, купила себе кошелек, потому что мой кошелек, который я купила в прошлом году, ребенок мой просто привел в убожеский вид, и у меня развалился он полностью, он у меня был просто на кнопочке, поэтому решила взять на молнии. Стоит он 99 рублей, подобных кошельков где-то было парочка расцветок, был такой кремово-розовый, был серенький, а также был черный. Ну, еще там есть всякие голографические кошельки, но это как бы вот не моя тема сейчас. Вот такой довольно-таки стильный, милый, интересный кошелечек. Видите, можете спокойно вот эту ручку отцепить, здесь есть зажимчик. Открываем. И внутри обычный такой стандартный кошелек для карточек, для бумажек, а также для мелочи. Все отлично закрывается, все отлично открывается, так что за 199 рублей могу смело вам его посоветовать. Ну, перейдем к трем товарам для красоты. Новинка из фикс-прайса, опять-таки это Сенду, или Сенду, как правильно называется бренд, напишите, кто знает, наконец-таки я об этом узнаю. В общем, это гели для душа с семенами чия. Я очень люблю семена чия употреблять с йогуртом, делать пудинги из семян чия, но в косметике, чтобы были семена чия, для меня это прям нонсенс. Вот, но все равно интересно попробовать. Было несколько ароматов у подобных гелей для душа. Я взяла с ежевикой и черникой. Объемчик у этого геля 320 миллилитров. На самом деле очень натуральные ароматы. Я понюхала практически все, которые там были, но мне запала именно черника и ежевика. Достаточно приятный аромат, очень ненавязчивый, свеженький, могу по аромату судить, что довольно классно. Вот, по поводу качества пока сказать не могу, я им еще не пользовалась, но обязательно в инстаграме напишу о нем отзыв. Ну и два крайних продукта. Я, если честно, вообще не знаю, что это за бренд, как он называется. В общем-то, вот так выглядят вот эти вот скраб-маски для кожи головы. Там есть два вида с голубым пионом, а также с сакурой. Но в моем фикс-прайсе очень быстро разбирают именно голубой пион, поэтому я взяла последнюю бутылечек и вот такую сакуру взяла. Здесь объемчик у каждого 200 миллилитров. И я так понимаю, что эти два скраба работают как обычные скрабы для кожи головы. Так что, кто искал довольно-таки бюджетный и, ну, по объему большой скрабчик для головы, они 200 миллилитров и стоят каждый скраб по 77 рублей. Я обязательно в ближайшее время попробую эти два скраба, напишу на них отзывы в инстаграме и дам вам знать, стоят они своих денег, стоит ли их покупать. Но по упаковочке, ну это как всегда закос под Корею, мне очень нравится, очень мило, интересно выглядит. И, кстати, удобно достаточно дозаторы, я считаю, чтобы именно как раз-таки наносить на участки, которые вам необходимы на коже головы, чтобы расходовались умеренно, а также просто было удобно, я считаю. По удобству упаковочка просто the best. Это были все мои покупочки из фикс-прайса. Надеюсь, вам было интересно и полезно это видео. Это были покупки для детей, а также для мам. Так что, если вам понравилось это видео, не забудьте оценить его пальчиком вверх. Вот здесь не забудьте нажать кнопочку подписаться, если вы еще не являетесь моим постоянным зрителем. А также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выходы новых роликов. Кстати, они у меня выходят 3 раза в неделю, если кто еще не знает. С вами была Маша. Люблю, целую. До встречи в новых роликах. Пока-пока.